Уважаемые жители и гости города, не упустите возможность поучаствовать в акции мечты. Такие призы вам и не снились. Только с 1 ноября по 27 декабря акция действительно. Вот, возьмите, пожалуйста, возьмите, возьмите, пожалуйста. Чего там раздаем хоть, а? 10 путевок в лето? Поработай тут пока, мне отлучиться нужно. Мы сейчас в одном шаге от победы. Ну как мы? Я. Это мне сейчас улыбнется удача. Осталось только внимательно прочитать условия акции и выиграть путевку в теплые страны. А ну-ка иди отсюда! Сама иди отсюда, поняла? Да я буду участвовать, да я буду участвовать в акции! Ну и участвовать! Выиграю все равно я! Я выиграю, понятно? В этой тяжелой борьбе я вырву победу зубами. Спорим, у меня быстрее получится собрать нужный и полезный набор продукции, участвующий в акции. У девочек это годами отработано, поэтому для начала я возьму пару шампуней и обязательно бальзам. У кого волосы гладкие и шелковистые? Явно не у косолапого Мишки. Вот эта штука тоже не для мужской эксплуатации. Еще прихвачу гель для душа. Чувствую, поедет он со мной на море. Учись! Не ожидала такого, конечно. Корзина соперника моей не уступает. Тут вся нужная бытовая химия. Порошок, кондиционер для белья, чистящие средства. Не забыл и про сугубо мужскую продукцию. Любит себя, холит и лелеет. А самое главное, что его корзина на целых 2, а может быть даже и 3 купона потянет. Но ничего, я эту оплошность исправлю. Больше купонов, больше шансов улететь на Новый год в теплые страны. Так, а чем это так вкусно пахнет? Ага, сошел ты с станции, да? И правда, чем это так вкусно пахнет? Вся эта гонка отнимает силы, поэтому пора подкрепиться. Суши хочу, немедленно. На вид и уверенно на вкус прям достойное блюдо японской кухни. А вот медвежья душа мясо требует. Да побольше. Вообще хорошо, что мы сюда забрели. Кто-то из нас уедет на море, а кто-то будет отмечать Новый год дома. Так вот, здесь собраны лучшие блюда, которыми можно побаловать семейство в праздник. Готовить не нужно. Можно сберечь силы на праздничные гуляния. В общем, пора идти на кассу и заполнять анкету участников. Вписываем данные, номер чека и небольшое сочинение. Как бы ты хотел провести время на островах? О, так это мне еще 3 листа надо. 10-я путевка достанется автору самого лучшего рассказа. До победы остался реально один шаг. Совсем скоро станут известны имена победителей. Поэтому запоминаем. 27 декабря, 12:00, ТРЦ «Острова». Ну а пока можно начинать собирать чемоданы. Так, я не понял. А работать кто будет? Смуфлик один? Ну-ка, раз бегом работать. Я поеду на море, понял? Я поеду на море, понятно? Далее дежурная по рубрике поедет на море. Я поеду на море, все, я поеду на море. Я поеду.